привет! Yeah.
Платформа справа. Переход на станцию метро Ленинский проспект. This is Площадь Гагарина. The platform is on the right. Change here for Ленинский проспект Metro Station. Станция Лужники. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Спортивная. This is Лужники. The platform is on the right. Change here for Спортивная Metro Station.
станцию Шелепиха, Солнцевской небольшой кольцевой линии. Выход к железнодорожной платформе Тестовская. This is Шелепиха. The platform is on the right. Change here for Шелепиха Metro Station. Станция Шелепиха. Платформа справа. Переход на станцию Шелепиха. Солнцевской небольшой кольцевой линии. Выход к железнодорожной платформе Тестовская. This is Шелепиха. The platform is on the right. Change here for Шелепиха Metro Station. Следующая станция Хорошова. Платформа справа. Наземный переход на станцию Хорошовская, Солнцевской и Большой кольцевой линии. И на станцию Полежаевская, Таганско-Краснопресненской линии. The next station is Хорошова. The platform is on the right. Change here for Полежаевская and Хорошовская metro station. Я не подойду, как я могу тебе сказать.
станция Зорге. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Октябрьское поле. This is Зорге. The platform is on the right. Станция Зорге. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Октябрьское поле. This is Зорге. The platform is on the right. Следующая станция Панфиловская. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Октябрьское поле. The next station is Панфиловская. The platform is on the right. Change here for Октябрьское поле Metro Station. Станция Панфиловская. Платформа справа. Наземный переход на станцию метро Октябрьское поле. This is Panfilovskaya. The platform is on the right. Change here for Октябрьское поле Metro Station. Станция Стрешнева. Платформа справа. Выход к железнодорожной платформе Ленинградская. This is...
Трешнево. The platform is on the right.
Пантиновский путепровод. По требованию остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении. Режим работы маршрутов только после 21 часа вместо маршрута трамвая номер 23 до станции метро «Сокол» следует трамвай номер 27.